Это, знаете, такая, в общем, интимная вещь. Я открою только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, уже не помню за что. Вот. И как-то в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала, ты будешь прощения просить или нет. Но чем это закончилась эта история, я вам скажу один на один. Ну, я так часть просто упущу. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и все, этим вся история закончилась. Вот. Но как она это делает, это отдельный разговор.